По данным Министерства развития труда и технологий, с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года в Польше было выдано более 420 тысяч разрешений на работу. Из них 72% были предоставлены гражданам Украины. Больше всего работников нанимали в Мазовецком воеводстве, а также в Великопольском и Силезском. Как отметил Еремей Мардасевич, советник правления Конфедерации Левитан, Польше очень нужны иностранные специалисты. Кроме того, здесь для них относительно привлекательные зарплаты. Как указывает Управление коммуникаций Министерства регионального развития, на миграцию украинцев в Польшу влияют действия для облегчения пребывания и работы. За последние годы было предложено много решений в этой области. Они включают продолжение максимального срока пребывания, единых разрешений на проживание и работу, введение безвизовых въездов для владельцев биометрических паспортов и изменения в систему декларирования в 2018 году. Наибольшее количество разрешений на работу, выданных украинцам, касается строительной отрасли, а также промышленной переработки и транспорта.